Сегодня в «Битве поколений» будет противостояние двух популярных певиц разных десятилетий. Охраняй! Охраняй! Мы не берем бал! Участницы исполнят 4 песни. Абсолютный хит, балладу о любви, кавер на оппонента и горячую новинку. Фишки у каждой артистки разные. Почему мы вообще тут их сравниваем? Их живые выступления будет оценивать звездное жюри из разных поколений. И именно они решат, кто же сегодня станет победителем и заберет себе желанный трофей. Очень ванильная тусовочка получилась. Всем привет! Это «Битва поколений» на Муз-ТВ. Наш проект — это состязание суперзвезд разных эпох, разных стилей и разных аудиторий за право называть себя лучшим из лучших. Меня зовут Константин Анисимов, и мы готовы начинать эту легендарную битву! Эта артистка залетела в шоу-бизнес громко, ярко и непринужденно легко. Потому что все гениальное просто, как и ее первый хит «Простая песня», наша первая участница Катя Айова. В ней есть все для того, чтобы быть очень крутым артистом на протяжении 10 лет. Вторая участница сегодняшней программы считается молодым артистом, но если посмотреть на ее послужной список, то она опытная певица, давно в шоу-бизнесе как автор, но при этом еще в статусе начинающей суперзвезды. Мари Краймбрери. У нас есть одна общая черта. Мы пишем музыку сами. Это круто. Катя и Мари в нашем шоу по разную сторону поколений, потому что яркая карьера Айовы стартовала уже 15 лет назад. А Мари совсем недавно начала покорять топ-чарты и сразу стала одной из самых прослушиваемых певиц в России в 2021 году. Мы ничем не похожи, но мы обе делаем по-честному свое дело. Я считаю Мари очень достойной девчонкой, и пусть опыт победит. Сегодня в «Битве поколений» сойдутся любимая певица современных девчонок Мари Краймбрери против артистки, под чьи песни начиналась почти каждая свадьба с 2011 по 2021 год, Кати Айова. Слушайте, что скажете вообще друг про друга? Как вы? Я люблю тебя. Посмотри, послушай. Я когда-то зашла в гримерку к Кате, отжала у нее визажиста, и ее визажист красила меня. Поэтому как вы думаете? Я делюсь всем лучшим. Очень люблю эту девочку. Катя, пожалуйста, отожми у нее сегодня победу за визажиста. А теперь позвольте мне представить вершителей судеб сегодняшней битвы, наше жюри. Именно она спела легендарную песню «Три белых коня» и сейчас легко может оседлать современных коней шоу-бизнеса ВКонтакте, ТикТок и Снэпчат. Лариса Долина. Еще один постоянный член нашего жюри. Ходят легенды, что вся его продюсерская сила в волосах. Самсон русского шоу-бизнеса, продюсер Виктор Дробыш. А также автор песни «Рокетмен» Элтон Джон. А, нет, подождите. Я в статус. Это Витя Фомин. А, это не я. И не только «Рокетмен». Расскажите, пожалуйста, какие ожидания от сегодняшней битвы? На самом деле обеих знаю и обеих люблю. Вот как буду выбирать сегодня, не знаю. А мы на это с удовольствием посмотрим. Будет ли вам сложно? Ничья будет из моих уст. Я Айову люблю. Я просто люблю, а Краймбрери хочу узнать поближе. Мы все поняли, спасибо. От легенд переходим к фрешманам. Наш следующий постоянный член жюри – это единственная звезда ТикТока, которую можно встретить в очереди с бабушками за фиолетовой краской. Мия Бойко! Это лавандовый! Это лавандовый! Хорошо. За лавандовой краской с бабушками. Спасибо. Хорошо.
Постоянный член жюри, автор треков, роли на руке, черный бумер, очки от Гуччи, человек, который отчитывается перед налоговой даже в собственных треках. Дава! Этот человек сегодня здесь, потому что в честь него назвали целый телеканал Муз-ТВ. Рокер Юрий Музыченко. Спасибо. В нашем шоу параллельно с голосованием жюри будет идти и зрительское голосование. Ты тоже хочешь поддержать любимого артиста? Тогда голосуй на сайте Муз-ТВ или в киберпространстве. PUBG Mobile. Это первая мобильная игра в жанре Battle Royale, и ее скачали более миллиарда геймеров по всему миру. Здесь можно соревноваться с друзьями, выиграть стильный скин, но самое главное — голосовать за артистов в битве поколений. Для этого загрузи игру прямо сейчас по QR-коду или установи мобильное приложение PUBG Mobile и получи не один, а целых два голоса за любимого исполнителя. Повлияй на результат битвы поколений с мобильной игрой PUBG Mobile! Мы готовы начать нашу битву поколений с первого раунда, который называется «Абсолютный хит». Нашей первой исполнительнице, чтобы выбрать, какую песню петь в раунде «Абсолютный хит», нужно было просто выбрать любую свою песню на сцене. Певица Айова! Сказал, что слов не бросает на ветер, покорил сердце мое. И немножко в руку руль вот так. Это не шутки, мы встретились в маршрутке под номером один. Едем мы молчим, он говорит доброе утро. Я не слышу будто, он сжал мне руку сильно. А дальше, как бывает, лучше. Теплее с годами сжимается сердце мое. Ой, 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 и про меня говорил своей маме, я всю отдам за нее. Поговорила застывающим кофем, мол, что он еще не пришел. Его задержали опять на работе, все будет хорошо. Вот так вот. И это не шутки. Мы встретились в маршрутке под номером один. Да. Едем мы молчим. Он говорит, доброе утро. Я не слышу будто. Он сжал мне руку сильно. А дальше как бывает в лучших фильмах. А-о-о-е. В лучших фильмах. И собрались, собрались. Это не шутки, мы встретили. Я не слышу будто он жал мне руку сильно. А дальше как бывает лучше в фильмах. Это как целеполагание, знаете, такая задача. Мы рулим и понимаем, что мы по-настоящему рулим. Возьми в руку руль. Рули, только ты решаешь.
знать, куда тебе ехать, с кем ехать, с кем дружить, с кем расставаться, как жить. Ай, ай, ай. Все. По-моему, все. Все молодые девчонки знают ее хиты наизусть. Да что уж там говорить, даже молодые парни, как я, втайне от всех подпевают ее песням в машине. Встречаем, подпеваем, не стесняемся. Абсолютный хит от Мари Краймбрери. Кать, танцевать не буду, блин. А я буду. Давай. Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом. Тонем в прилете, море предательски, с дьявольским опытом, на обстоятельства орет в ответ. О, нет, не такие, здесь сидим у берега. Вот тебе моя лавстори, вот тебе моя тоска, вот тебе моя одежда, вот тебе мои ключи. Только-только замолчи, только-только замолчи. Уезжаешь не спать, уезжаешь от пост. А море, море помнит все наизусть. Разучусь целовать, и когда ты вернусь, сказать, что море, море, я остаюсь. Уезжаешь не спать, уезжаешь и пусть. А море, море помнит все наизусть. Разучусь целовать, и когда ты вернусь, сказать, что море, море, я остаюсь. А знает ли твоя девочка, да кого она любит? Ну и сколько еще праздников с тобой отмечать будет? А сколько еще поломанных судеб на этом берегу? Сколько людей, которые любят друг друга, но не берегут? На берегу в мир эгоистов иду. Сгоняю на пару недель туристам и вернусь на волны бурны, где нецензурные брошенные ветер, потушенные сигареты. Уезжаешь не спать, уезжаешь и пусть. А море, море помнит все наизусть. Разучусь целовать, и когда ты вернусь, сказать, что море, море, я остаюсь. Уезжаешь не спать, уезжаешь и пусть. А море, море помнит все наизусть. Разучусь целовать, и когда ты вернусь, сказать, что море, море, я остаюсь. Любимые песни и музыкальные новинки, которые звучат в нашем шоу, можно услышать на русском радио. Слушайте лучшее, любимое, на русском. Два живых исполнения, два абсолютных хита. Это только усложняет задачу нашего жюри. У каждого из вас есть всего один балл, чтобы отдать его понравившемуся артисту. Давайте обсуждать первый раунд. Митя Фомин. Конечно, выбрать очень сложно, потому что две совершенно разные песни, два совершенно разных настроения. Можно я, учитывая свою симпатию, большую симпатию Кате, авансом дам один балл, потому что больше я проникся все-таки исполнением Марии, и я понимал, что мое сердце... с ней, но дело в том, что я не могу отказать Кате, потому что я знаю Катю а уже тебе давно, что, сделали и я знаю, предложение? Как она... Нет, еще не сделали, но сделают. Но сделают. Митя Фомин в итоге отдает свой балл
я на перспективу, при всей моей любви к Марии, я, извини, увы и ах, я вынужден отдать этот балл Кате, потому что, значит, я вынужден? Ну, потому что я так чувствую. Я ему заплатила просто. Так, а почему я вынужден? Стоп. Они хорошо, твой голос отдается кому? Они абсолютно разных... Митя! Подожди, у меня вылетело тут. Да что ж такое, пришел и сломал шоу. Убей меня, пожалуйста. Да. Я жалею рестораны, в которые ходит Митя Фомин. Он заказ делает по 2 часа. В итоге, бал, Митя, кому? Итак, бал... авансом, понимаете? Ну давай уже. Я даю Кате. Вау! Катя, вам авансом пришел балл от Мити Фомина. Но это не получка. Сначала аванс, потом получка. А зарплата когда будет? Вот сейчас поговорим о зарплате. Лариса Александровна, кому от вас балл и почему? Катю знаю дольше. Мари чуть меньше, но нравятся они мне обе совершенно по-разному. Я отдаю балл Кате. Во-первых, потому что я услышала больше драйва. Во-вторых, потому что я жду от Мари в следующем раунде, потому что я знаю, что она это может сделать так, что я сразу с легкостью этот балл отдам. А сейчас, Катя, мой балл. Лариса Долина отправляет балл Кате Айове. Дава! Да. У тебя есть балл, распоряжайся им. Слушай, ну и здесь классная песня, хит, который все знают. Вот, но здесь такая душевная песня, лирическая, она прям в сердечке, понимаешь, у меня. Вот, а выбираться, давать авансом, мне кажется, это неправильно. Если душа там, ну как бы, что значит, я тогда отдаю сюда, но это бред какой-то для меня. Поэтому однозначно балл идет туда. Юра, слово тебе, продолжай, подхватывай. Здравствуйте, меня зовут Юрий Юрьевич Музыченко. Балл уходит Кать. И она вышла и выступила как суперзвезда. Катя молодец. Итак, балл от Юрия Музыченко, Катя Айове. Виктор Яковлевич. Это будет роскошная программа, это будет серьезная битва. Но пока вот маршрутка меня цепанула просто чуть-чуть больше. Но я уверен, что здесь все просто не закончится. Катенька. Человек, который, я уж даже не знаю, когда в последний раз вы садились в маршрутку, отдает балл Катя Айове. Девочка, которая еще совсем недавно пела песню «Маршрутка», сидя в маршрутке. Мия Бойко, пожалуйста, твой балл. Не знаю, мне впервые так сложно выбрать. Потому что и Катины песни я пела кавера на них, и на песне Марины я пела кавера. Но сейчас почему-то мне кажется, что я свой балл отдам Марине. Потому что эта песня для меня много значит, и всегда, когда Марина ее поет или я ее слушаю, я под нее очень много раз плакала и пела ее, я постоянно плачу. Вот, поэтому эта песня мне ближе. А Катю я видела, как она выступает, и мне кажется, она может прям какого драйва дать. И я прям жду, когда ты это сделаешь. Спасибо. Балл от Мии Бойко уходит Мари Краймбрюле. Итак, счет. В этом раунде 4-2 в пользу Кати Айовы. Но не стоит забывать, что лучшего участника шоу выбирает не только жюри, но и зрители. И вот результаты голосования после первого раунда. Присоединяйся, голосуй на сайте Муз-ТВ и в мобильной игре PUBG Mobile. Там ты получишь целых 2 голоса. Второй раунд называется «Баллада о любви». Хотя, зная репертуар наших артистов, можно было просто так озаглавить всю нашу программу. Раньше для того, чтобы показать девушке, что она тебе нравится, нужно было снять один наушник, дать его ей и вместе послушать трек Айовы. А для того, чтобы признаться в любви сейчас, достаточно снять ТикТок под трек Мари Краймбрери. Итак... Баллада о современной любви от Мари Краймбрери. Как красиво на песке остается след, как курсиво. От всех пережитых лет все спасибо. Я устал от всех, и я хочу быть счастливым.
только мне скучно. Знаешь, без тебя мне так скучно. Ты так громко, не моя беззвучно. Пока наше то, что делает нас неразлучными. Ты там не гони, окей, извини. Забей на туман и танцуй, как будто рядом окей. И утром мы проснемся не в Москве. Хочу с тобой увидеть много стран и целоваться на глазах у всех. Танцуй, как будто прошлое стало лишь прошлым, а между нами не пошло. Разговоры о кольцах на пальцах, а не устройствах. Будто это бессонница нам к лицу в этом мире, и никто не дотронется. Сотри у меня бывшего, не пригодится я от тебя ни на шаг. Нельзя тебя знать и в тебя не влюбиться. Нельзя, ты пойми никак. Ты мне говоришь это и так не верится, что мог остыть вулкан. И самая вспыльчивая твоя спокойно плывет по лунам. Танцуй, как будто... И утром мы проснемся не в Москве. Хочу с тобой увидеть много стран и целоваться на глазах у всех. Танцуй, как будто рядом океан. И утром мы проснемся дальше жить. Хочу с тобой. Еще раз хочу с тобой. Краймбрери. Ну, буквально эта песня перенесла каждого из нас на берег океана. Куда перенесет нас песня Айовы, мы узнаем прямо сейчас. Айова, пожалуйста, баллада о любви. Эту песню мы написали в общежитии, когда у нас не было денег, перспектив, ничего. Мои стихи, твоя гитара. Мы отличная пара. Любишь говорить паузами, а я люблю нас двоих таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка нас с тобой берегут эти облака. Мои стихи, твоя гитара, мы отличная пара, мы счастливая пара. Уда, уда, уда. Мои стихи, твоя гитара, мы отличная пара, мы счастливая пара. Вот эту песню пою, и тебе хочется, я никогда не пойму. Одиночество в чьей руке будет лежать ладонь. Сам решай, но давай рядом лететь с тобой. Давай, давай, мои стихи, твоя гитара, мы отличная пара, мы счастливая пара. Уда, уда, уда. Мои стихи, твоя гитара, мы отличная пара, мы счастливая пара. Ну еще разок, то же самое. Мои стихи, твоя гитара, мы отличная пара, мы счастливая пара. Уда, уда, уда.
девушки, всегда давайте играть соло вашим мужчинам. Всегда хвалите их. Потрясающе, потрясающе. Стоп, 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 стоп! Ты так любишь говорить паузами, а я люблю нас двоих таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка, ну громче, громче музыка. Давай! Громче музыка. Мои стихи, твоя гитара. Мы отличная пара, мы счастливая пара. Уда, уда, уда. Уда. Мои стихи, твоя гитара. Мы отличная пара, мы счастливая пара. Давайте делать мяу. Мои стихи. Сейчас жюри своими лапками будет раздавать баллы. Начнем с тебя, кошечка Мибойка. Вообще они разные. Да ладно. Почему мы вообще тут их сравниваем? Ой, а если честно, Катя раскачала, капец. Мне так нравится твоя дерзость, твои вот эти фишки, вот эти мяу. У вас классный вайб, и я хочу отдать балл вам. Это вам. Мия Бойко отдает Катя тебе и всем твоим музыкантам команде, свой команде. Бал. Лариса Александровна, пожалуйста. Я немного расстроилась после выступления Марины. Мне кажется, что концерт – это концерт, а данный проект и формат проекта все-таки надо было, ну, понятно, петь все песни, но половину песни спел зал. Мне кажется, надо было все-таки тебе спеть песню до конца, от начала до конца. Чтобы хотя бы насладиться твоим тембром голоса красивым, понимаешь? Катя, кроме того, что она драйвовая певица, она еще двигается очень пластично и красиво. Катя, что бы ты ни пела, у тебя в каждой нотке такой драйв просто сумасшедший. Ну, таких певиц поискать. Катя, спасибо за поддержку. Мой бал тебе. Дава. А. Ага. Не. Да. Да. Бал. Кому бал отдаю? Да. Слушай, ну, конечно, это, безусловно, хит. Когда он, в каком году вышел? 15-16. 15-16 год. Вот, короче, мне лет, наверное, 14-15 было. И я под него ехал вот так вот, и еще тогда в маршрутке. Причем и вот так вот кайфовал. Вот, на самом деле потом, конечно же, узнал про историю этого трека. И, ну, вдвойне мне это больше понравилось. Ну, так, понимаешь, сложный выбор, потому что здесь такой тоже хит. Это, безусловно, хит, который вот совсем недавнего времени. И, ну, у меня, правда, мне вот, вот сюда пока тянет. Потому что там уже я танцевал, а здесь мне хочется еще танцевать. Дава, танцуй у океана. Передает свой бал Мари Краймбрери. Поздравляю. Виктор Дробыш. Пожалуйста, Виктор, разбирайтесь теперь со своим балом. Самое вот классное, за что поставлю тебе этот бал, это за ваш последний аккорд вместе с бэками. Сделал так, оп, и я подумал, блин. Ну, или в этом случае нужно говорить мяу, вот так, и лапкой. Итак, бал от Виктора Дробыша уходит Айове. Юрий, а.к.а. Я никому не буду давать бал, я стесняюсь и боюсь Музыченко. Пожалуйста. Мне очень все понравилось, было клево, круто, парни зажигают, девчонки, работают все вместе, такое все вау. Но там на брейке был бласт-бит, так что бал туда уходит, пожалуйста. Бласт-бит! Катя Айова получает такой рокерский бал с шипами. Бал!
Переходим к вашему Митя Анатольевич Балу. Слушайте, вы, конечно, застали меня врасплох, потому что вы были действительно обе прекрасны, вы были обе оригинальны и неподражаемы. Я смотрел в этом раунде на артистизм. И видно, что хиты впеты уже годами, месяцами, да, на корпоративах, на стадионах, на концертах. Фишки у каждой артистки разные, и они притягательны по-своему. Но мне были ближе фишечки, они более отточенные и более, скажем, такие вкусные. Прости, дорогая, прости, они были лучше. Я тебя простила еще в первом раунде. Авансом, да? А давай аванс заберем у меня? Нет уж. Это же будет справедливо, это карма. Это еще один аванс. Митя Фомин вообще авансы сегодня всем раздает. Бал от Мити Фомина. Кстати, это интересное предложение, на самом деле, Катя, если ты позволишь мне. Стоп. Бал от Мити Фомина. Подожди. Входит Катя Айоби. Не. У Кати есть право, например, отдать ему. Никакого права у артистов нет. Они только принимают, раздавать не могут. Вот этот бал, смотрите, сейчас я его несу. Он тяжелый. Поймала? Нет, мы не возьмем. Тёма, охраняй! Охраняй, мы не берем бал! Кафедра пантомимы русского шоу-бизнеса. Пацаны, вы что, я зачем пацанов брала в коллектив? Я только любовь твою возьму. Так а что с баллами-то теперь? Гей теперь. Официально. Митя отдал свой бал Кате Айове. Да. Ты его можешь нотариально переписать, но чуть позже. Извините, да? Я вот эту всю миниатюру зачем проделала? Чтобы мы потом нарезали на ТикТоке это. Для удовольствия. Внимание, стоп! Оценки выставлены. Счет в этом раунде 5-1 в пользу Айовы. А теперь посмотрим, как голосуют наши зрители. Я напомню, получить целых 2 голоса можно в мобильной игре PUBG Mobile. Там тебя ждут захватывающие матчи в жанре Battle Royale. Надевай стильный костюм, выбирай снаряжение и присоединяйся. Это «Битва поколений», шоу, в котором лицом к лицу сошлись те, кто узнал, что такое черный бумер из легендарного фильма, и те, кто узнал, что есть такой легендарный фильм из песни Давы. Позади 2 этапа, а это значит, что нас ждет кавер на оппонента. Сейчас наши звезды обменяются хитами. Мари Краймбрери исполнит трек Айовы, а она, в свою очередь, исполнит песню Мари. С этого и начнем. Катя Айова в 3-м раунде «Битвы поколений». Не посмела держать, и лучший друг делает худший расклад. И как назло, в городе не снегопад, и все увидят соль по дороге домой. Она стала дрожать, а лучший друг не знает, куда себе деть. Меняет планы, пытается никак не задеть больную тему, даже за руку страшно держать. Ходит с ума от догадок, и почему по вкусу сладок осадок от града, и почему проходит время и новому рада. Что это, блин, за правда, если вечно не стала баллада? Ла-ла-ла, как могла, так и передла. Говорила, без него умрет, но жива. Получается, врала она, тоже врала. Без ответа это все. Пролезли в фонтан,
ее крутил, называл Сандрой. Когда не находил, я была Сандрой. Плакала и гадала, я думала о ней. Поутру пила эспрессо после фонтана. Небо с интересом наблюдала за планом. Станет легче, знает ли, гадала, я думала о ней. Гадала, я думала. Там думали. Катя Айова выжила, ну, буквально максимум из песни Мари Краймбрери. Передаем песню от Айовы в уста Мари и твоим музыкантам. Кавер на трек Айовы. Погнали! Я очень люблю эту песню. Она для меня очень много значит. Я знаю ее наизусть, и я сразу ее выбрала. И надеюсь, что внутри вы все ее будете петь вместе с нами. Одно и то же. Погнали! Как дельфин, мы уходим в плавание. Ища вторую половину, ища стабильность, сильную спину. Я жду опять, когда не будем, как они. Мы притворяться сильными или бояться быть некрасивыми. Одно и то же, нам же нравится. Я знаю, как-нибудь мы перестанем ссориться. Я верю в невозможное. Учесть ошибки прошлого так несложно, но, пожалуйста, давай сейчас останемся. Искать на небе летнее твоего. Наш партнер — это журнал «Окей».
Интеллигентный глянец, который с удовольствием читают и сами звезды. На страницах ОК и на сайте okmagazine.ru всегда самые свежие новости из мира развлечений. Кино, мода, путешествия, бьюти и, конечно, музыкальные герои всех поколений. Два прекрасных кавера, и это не одно и то же. Ведь так? Виктор Дробыш, пожалуйста. Эта песня, кстати, находится в моей вот золотой коллекции. У меня не так много там песен. Сколько примерно? В золотой коллекции? Да. Кстати, ну, штучек 50, наверное, о! Включая западные. О! Вот она и одна из немногих, правда. И я вообще думал, что ты ее споешь. Нет, но я ее все-таки услышал. И за такое красивое прочтение этой песни я просто обязан, как честный человек, отдать бал Мари, потому что она действительно... Да, это было очень красиво. Это вообще не значит, спасибо, что в этом раунде Катя проиграла. Здесь проигравших нет. Здесь можно просто вот сидеть и, скорее всего, даже не голосовать, а распределять как-то свои баллы, потому что они обе прекрасные. Бал от Виктора Дробыша, Мари Краймбрери. Спасибо. Я не знаю, есть ли в золотой коллекции Виктора Дробыша среди 50 песен песня «Роли на руке». Итак, пожалуйста, Дава. Мари спела очень круто, это было божественно. Вот, самое сердечко. Сложно сказать, потому что я люблю эту песню «Пряталась в ванной», правда. Я очень часто слушаю, и Катя ее очень круто спела. Вот. И здесь тоже спето все очень круто. Поэтому сложно выбрать, но мой выбор туда, в сторону Мари. Да запряталась ванная, дай ты бал, а? Не-не-не-не-не-не. Туда-туда-туда. Бал от Давы Мари Краймбрери. Митя Фомин. Слушайте, очень сложно исполнять чужое. Это всегда испытание, потому что это уже спето, это уже успешно, это уже услышано. Да еще и на глазах автора. И еще на глазах автора, да. Это действительно, это двойное испытание. И мне кажется, что, конечно же, наши девочки, они справились с этим блестяще. Мари... зазвучала, действительно, она как бы расцвела. И вот это, вы знаете, вот это единение с саксофоном, оно меня капитально прям, вы знаете, купило окончательно. Про Катю я могу сказать, что действительно это было трагично, и это было спето актерски очень здорово. И мне придется сейчас извиняться за то, что я отдаю этот бал Мари, но я отдам его тебе сейчас, потому что ты его реально заслужила, и ты круто исполнила эту песню. Ты молодец, действительно. Еще один бал, на сей раз от Мити Фомина. Юрий Музыченко, твой бал куда идет? Здравствуйте, меня зовут Юрий Музыченко. Сейчас расскажу, куда уходит мой бал. Во-первых, потому что здесь правила такие. А во-вторых, ты мне очень нравишься, ты попросил. Спасибо большое, Юра. Ты мне тоже очень нравишься. Но бал куда? Мне не нравится такая музыка. Опа! Какая вот такая? Ну, такая конкретно. Вся? Вот где-то прилетело не то, да? Смотрите, я никогда не видел Катю Айову прям, ну, в таком угаре. Это была Катя Айова метал-версия. Как у Slipknot альбом Айова прямо есть. Да, 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 ну, да. Я просто поймут, закидываю, но мы... да. И я, ну, не разбираюсь так хорошо в творчестве Мари. Я прям кайфанул, прям растекся по душе, ванильный ужас вот этот весь. Было так приятно. Я баллы даю вот сюда, пожалуйста. Спасибо. Мари Краймбрери, вот этот вот ванильный растекшийся бал отправляется тебе. Спасибо за ванильный бал, он мне очень близок. Пожалуйста. Лариса Александровна, настал ваш черед отдать свой бал в этом раунде. Отдаю Мэри. Спасибо. Мэри, можно так называть? Мэри. Да. Вы знаете, вы меня можете называть как угодно, только возьмите, пожалуйста, меня на занятия по вокалу, я полгода к вам прошусь. Можете все попросить, пожалуйста, просто через всех. А у меня вопрос. А сколько стоит у вас занятие? Я хочу... Сейчас. Подожди, я следующим первая иду. За тобой. Для тебя дороже.
Не, я готов. Потому что ты выглядишь как богатый человек. Лариса Александровна, а молодому поколению скидки? Да, ребята, я возьму всех, если хотите, без проблем. Мария, скажите, а главное время найти. А вы фортепиано не хотите подтянуть чуть-чуть, нет? Да я с удовольствием, правда, я очень сильно хочу. Правда, с огромным удовольствием к вам приду. Без проблем, я тебя возьму, конечно. Так. Да. Мия Бойко. Какой из каверов тебе понравился больше? Отдай тому бал. Все. Я хочу сказать, что мне понравились оба этих кавера. Я прочувствовала оба кавера. И что это абсолютно нечестно, что нужно отдать один балл. Я бы отдала 2 балла каждый. Но у Кати очень круто девочки пели на бэках. И ты ими руководила. А потом, когда ты ушла в транс, они тоже ушли в транс. Это было очень интересно, реально. Вы там головами трясли. Поэтому мой балл идет Кате. Катя Айова получает балл от Мии Бойко. В 3-м раунде кавер на оппонента. Счет 5-1 в пользу Марии Краймбрери. Наши эксперты выставили свои оценки, и теперь пришло время узнать мнение телезрителей. На экране появились результаты зрительского голосования. Кстати, если ты голосуешь за участников шоу в мобильной игре PUBG Mobile, то получишь не один, а целых 2 голоса. Скачивай игру прямо сейчас. Выбирай, на чьей ты стороне. А мы переходим к финальному раунду, и он называется «Горячая новинка». Сейчас наши участники споют самые свежие треки, и мы, наконец, узнаем имя победителя. И если вдруг ваш ребенок сейчас начнет подпевать песни Марии Краймбрери, будьте бдительны, скорее всего, он давно тратит ваши деньги на подписку какого-нибудь музыкального сервиса. Марии Краймбрери! Все не нравится, ты все куда-то спешишь. Бокал добавляю, но какая разница, каким ты классом летишь, когда падает самолет. Если все же приземлимся этим утром, я сразу позвоню, хотя бы на минуту. За шаг до края слишком много кажется ценным, но точно не деньги и точно не сцена. И все бы ничего, и все же еще бы чего-то. И океан болотом кажется идиотом. И все бы ничего, и все же еще бы чего-то. Такой же глупый график, работа, дом, работа. И все бы ничего, и все же еще бы чего-то. И океан болотом кажется я идиотка. И все бы ничего, и все же еще бы чего-то. Да я фанатка неба, хочу в него. Полоса дотронулась, в голове так звенит. Рука зажимает билет виноватым голосом. Я говорю извини, что впервые за столько лет. У меня ничего общего с твоими текстами. Ты кричишь мне в трубку, что поздно быть честным. Напоследок просьба все, даже если с хрустом. Не пиши мне мусор, выдавая за искусство. И все бы ничего, и все же еще бы чего-то. И океан болотом кажется идиотом. И все бы ничего, и все же еще бы чего-то. Какой же глупый график, работа, дом, работа. И все бы ничего, и все же еще бы чего-то. И океан болотом кажется я идиотка. И все бы ничего, и все же еще бы чего-то. Да я фанатка неба, но не хочу в него прям. Я не хочу в него прям. We'll be right back.
Спасибо огромное. Живое исполнение – это наивысшее проявление уважения к публике. Это именно то, что заслуживают зрители Муз-ТВ и шоу «Битвы поколений». Финальным аккордом сегодняшней передачи станет песня от Айовы. Живое исполнение! Поехали! Спасибо. Эту песню я хочу посвятить своей подруге, которую я очень обидела. Прости меня, пожалуйста, Лиза. Ёлка. Я надеюсь, ты меня простишь. Поехали. Ну, подай мне знак или разговор переведи. Я нырну в себя, но места хватит нам двоим груди. Иду за сердцем много лет. Мы с тобой попали на лучшую из планет. Но зачем я прятала глубоко, что место моей силы и есть мой дом? Ну, подай мне знак. Ну, подай мне знак. Что место силы и есть дом, где не от деревья разбавит свет. Где искать ответа и есть ответ. Молодцы, конечно. Ну и кому отдавать бал, я не знаю. Кому-то отдавать бал. Ну что сказать, сегодня мы послушали много хорошей музыки от двух выдающихся исполнительниц. Совсем скоро наше звездное жюри выставит свои оценки, и мы узнаем имя победителя. А пока давайте посмотрим на экран и увидим, как проголосовали наши телезрители в этом раунде. Не стой в стороне, голосуй за артистов на сайте Муз-ТВ и в мобильной игре PUBG Mobile. Кстати, еще там можно соревноваться с друзьями и выигрывать стильные скины. Присоединяйся к битве поколений. Две звезды из разных музыкальных эпох сегодня исполнили свои лучшие песни. Где бы еще мы могли увидеть их вместе, как не на главном музыкальном канале страны? Катя, расскажи, пожалуйста, как тебе сегодняшний перформанс? Я не ожидала, что вы меня выведете на такие эмоции. И я буду признаваться в паузах, в каких-то слабостях, в каких-то переживаниях своих. Тот, кто хочет понять, он поймет. Вот. И я такая сейчас вся на слезных
слезные мешочки, они такие очень чувствительные. Такие, сейчас нет, вот, а сейчас пора, нет. Угу. Вот, и они, в общем, не говори ничего такого, что может затронуть сердечко. Уточнить хотел. Давай. Слезы счастья? Да. 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 Марин, ну а тебе как? Я всегда кайфую, когда у меня в руках микрофон, есть музыка, есть возможность петь. А? Марина, кайфушка. А? Да. Здорово. Ну а теперь люди, которые кайфуют, сидя на диванах. Ну или не кайфуют, или разрываются, кому отдать бал. Начнем. Юрий Музыченко. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий, это финальный раунд. Вам меня нужно зовут Юрий отдать Музыченко. Бал. Сейчас мне нужно отдать бал. А, очень ванильная тусовочка получилась такая, прям мимимишная. Осталось только на экраны вывести котят. Не подготовились. Вот, в новом, типа, в новинке соло на гитаре, это вообще была издевательски спекулятивная история. Ну, просто... Как будто бы все баллады стерли и изобрели заново. Спасибо. Стас, тебе приятно же? Живые инструменты всегда прокачивают все равно круче, несмотря ни на какие звуковые изощрения. Живые барабаны, бас — это всегда обалденно. Но я должен выбрать кого-то из вас. И так как меня зовут Юрий Музыченко, здравствуйте. Я отдаю свой бал Мэри Крэнбери. Спасибо. Бал от Юрия Музыченко уходит Мари Крэнбери. Мия Бойко. Я знаю, что эту песню ты написала, когда падал самолет. Это правда? Да. Действительно, эта песня заставляет задуматься о многом, о распределении приоритетов в своей жизни и о том, что она может закончиться в любой момент, поэтому мой бал уходит тебе. Это очень важная для меня Спасибо. Песня. Бал от Мии Мари. Дава! Hello. Привет. Как ты? Лучше, чем ты. А как твой бал? Слушай, на самом деле, в первую очередь хочу сказать огромное спасибо девчонкам. Давайте поаплодируем. Это было круто, это было грандиозно. Кать, огромное спасибо тебе, правда. Я в первый раз услышал, как ты поешь живую, и я остался под впечатлением. Спасибо, правда, всем, всему инструменталу. Это было невероятно. Просто я обожаю, особенно барабан, просто супер. Вот, и самое прикольное, что в этом раунде и здесь песня была с историей, и здесь тоже огромная история. Вот, но... Здесь, наверное, какая-то более личная история, в которую я не успел проникнуть. А здесь, безусловно, для меня песня, которая уже в моем сердце. Ну, поэтому мой бал летит к Мари. Мари Крэнбери получает еще один бал, теперь уже от Давы. Митя Фомин. Я хочу задать вопрос. А что все-таки случилось у вас с елкой, что ты вот так вот у всех на глазах просишь у нее прощения? Я просто ее обидела. Я ее обидела. Ведь мы творческие люди, и иногда ты не замечаешь, что ты можешь что-то такое сказать неосторожно или сделать, и потом проходит много времени, и ты понимаешь, что ты не можешь без этого человека. Вот видите как? Выйти на сцену и попросить прощения у того это человека... Это очень по-человечески. Да, Митя. На глазах и на ушах у всей страны попросить прощения... Это надо быть очень, очень сильным человеком. Катя, браво. Браво. Митя. Все-таки Катина песня мне была, Кать, ближе. Митя Фомин отправляет свой бал Кате Айове. Виктор Яковлевич, ваш последний бал сегодняшнего шоу. Кому достанется? Ну, все-таки я в душе чуть больше рокер. И мне все-таки нравится чуть больше вот это. И это не значит, что вы здесь проиграли, например, для меня. Просто мне вот чуть больше я люблю вот это. Поэтому Спасибо. Это прям какие-то полутона, но мой голос уходит вот туда. Бал от Виктора Дробыша, Катя Айове. Лариса Александровна. Да, Костя. Хочу услышать и узнать, куда отправится ваш бал.
мой балл отправляется в эту сторону, в сторону Марии. Спасибо огромное. Она заставила меня задуматься. Я катастрофически боюсь летать. Это не передать словами. Вот мне, вот когда Марина пела эту песню, я потом, почему не я сочинила такую песню, мне надо было сочинить песню эту про себя, про то, как я боюсь... Если вы когда-то в жизни споете нашу песню, у нас с коллективом случится самый счастливый день в году. А почему бы нет? Поэтому вау! Наш самолет, ваш самолет. Договорились. Никаких проблем, абсолютно с радостью принимаю предложение. Да, и... Она меня очень растрогала, эта песня. Не скажу, что Катина песня не растрогала. Она в ней так жила красиво. Она, у Кати еще обладает неким актерским талантом. Она каждую свою песню проигрывает как актриса. Не просто смысл песни, а каждое слово. И я всегда это... всегда вижу и слышу, и для меня это большой праздник. Но мой балл я все равно отдаю Мари. Мари, еще один балл тебе в копилку. И сегодня у нас в битве поколений произошло то, что вы, наверное, хотели с самого начала этого выпуска. Счет 12-12. Абсолютная ничья! Девчонки, я хочу пригласить вас выйти сюда. Ура! Два победителя. Это не ничья, это две. Большие или маленькие победы судить вам. Это по-дружески, это очень важно. Аплодисменты. Сегодня в битве поколений на Муз-ТВ победила и Мари Краймбрери, и Катя Айова. Так. Решили члены нашего жюри в студии. Осталось выяснить одно. Совпало ли их мнение с мнением телезрителей? На экране итоги зрительского онлайн-голосования. Геймеры, уже через неделю нас ждет новая битва. Но голосовать за участников можно уже сейчас и всю неделю на сайте Муз-ТВ и в мобильной игре PUBG Mobile. А этот танец для победителя. С вами был телеканал Муз-ТВ и шоу «Битва поколений». Встретимся через неделю, чтобы узнать имя следующего победителя. И помните, неважно, сколько вам лет, знаете вы Пушкина по стихотворениям или по строчкам из песни Джонни. Важно, что аудитория любого возраста может раз в неделю собраться у телеэкрана и одинаково круто провести время. Совсем скоро мы увидимся вновь, чтобы найти новую звезду тысячелетия. Меня зовут Константин Анисимов. До скорых встреч! Вы супер! Просто класс!